Ярославская, и сегодня я вам покажу, как составить весенние образы для офиса, после которых смело можно будет отправиться на прогулку или коктейль. Для первого образа я выбрала белую рубашку в мелкую полоску с необычными деталями. Если ваша работа требует делового стиля и, в частности, белых блуз, попробуйте разнообразить их крой. Одно это разбавит рутину и внесет разнообразие в ваши рабочие будни. К рубашке я выбрала укороченные брюки классического кроя. А завершаем образ белыми остроносыми туфлями на низком ходу. Яркий акцент к этому образу – пластиковая сумка с имитацией плетения. Основа этого образа – шелковое платье на бретелях насыщенно синего цвета. Черный пиджак с драпировками – это уравновесит образ и придаст ему строгости. Закрытые мюли нежно-розового цвета будут отлично взаимодействовать с платьем и оттенять друг друга. Еще из аксессуаров к этому образу – синяя сумка и очки в овальной белой оправе. Для прохладных весенних дней сочетаем бордовую косуху белые брюки из плотного денима и бежевого тренча. Расставить цветовые акценты мне помогли мюли в тон косухи на устойчивом каблуке. Кто бы что ни говорил, а цветочный принт будет актуален каждой весной. Надеваем платье с флористическим принтом. Белый однобортный жакет. А чтобы образ выглядел не чрезмерно лирично, мы надеваем под него белую спортивную обувь. И завершаем образ рюкзаком коричневого оттенка. Я думаю, у каждого в гардеробе есть белая футболка с забавным принтом. Она сможет создать не только хулиганский, но и элегантный образ, если носить ее с жакетом и брюками с лампасами. В подобном луке послужат белые мюли на каблуке и сумка того же цвета.